Так, мы добрались до аптечки. Без чего нельзя ехать? Это же, конечно, без медикаментов. Для первой помощи. Что же взять с собой? У каждого, конечно, свой выбор будет. Но я предлагаю, чтобы вы брали аналоги, потому что они дешевле. Итак, что в мою аптечку входит? Это вата гигиеническая, порошки от простуды, кашля. Самый дешевый, простой взял. Аналоги есть и другие. Я не рекламирую никакие препараты. Бинт эластичный, лоротодин от аллергии, градусник, пипетка. Оксалиновая мазь, это для глаз. Антибиотики тут есть. Парацетамола температуры. Цинковую мазь. Синофлан. Мазь бактериальную. Так, активированный уголь. Фурацилин для горла, естественно. Ватные палочки. Диски. Тут у нас витамины. Ундивит взял, они мне нравятся. Для носа. Так, ксилазол, это мои предпочтения. Почему я остановился на этом? Потому что флакончик разборный. На всякий случай, если он у меня закончится, я смогу сделать тут солевой раствор. Вот. И, скажем так, универсальный. Так, бинт. Перекись. Хлоргексидин. Это разные препараты, скажем так, и назначение у них разное. По длительности, конечно же, и по обработке. Так, йод, шприц, тут пару ампул взял. Ну и, конечно же, на всякий случай пару презервативов взял. Потому что, ну, в аптечке не должны быть. Да и они там дороже. Гигиеническую помаду. Бальзам «Красная звезда». Так, сколько я уже... Это пластыри. Вот, я бы сюда еще добавил изоленту на всякий случай. Ну, не именно сюда, но с собой взять. Потому что пластыри могут намочиться, если пальцы обмотать. А изолента нет. Люголь это для горла. И я думаю, что на этом все. Вот самые основные, скажем, медикаменты с собой я возьму, приобрел. Это недорого. Я рассчитал так, чтобы вам все препараты были аналоги. Не беру самые дорогие, мезимы, или, к примеру, то, что, конечно, предпочитает. Там я обойдусь, к примеру, с активированным углем. У меня проблемы с желудком или с чем-то там нет. Так, что еще можно отнести сюда? Все, конечно, индивидуально. Если у кого-то какая-то аллергия или какие-то хронические заболевания, конечно же, да, берет все под себя. Все, всем спасибо.